Так, парни, привет. Ну, собственно, с чего начинать-то? Вот мы делали кемперы, делали для других, и я уже давно все хотел... Проходите, Андрей Иванович, пожалуйста. Я давно хотел рассказать, что рано или поздно все-таки мы начнем делать кемперы для себя, вернее, для меня. Вот, то есть я как бы в очереди на общих основаниях был... в очереди на свою же продукцию, на нашу же продукцию, вот. И, собственно, я был далеко в очереди, но по ряду обстоятельств я никого, значит, не подсиживал, никого не передвигал, пользуясь, так скажем, своими какими-то здесь привилегиями. Просто так получилось, что один человек, попросил, прям практически попросил меня с ним поменяться. Вот. И, в общем, ребята, действительно, вот здесь сейчас уже собирается... лично мой модуль. Но три слова я все-таки расскажу про автомобиль, который будет его возить. Это Dodge Ram. Вот, автомобиль реально суперский, обалденный по своим характеристикам. Это автомобиль полноразмерный пикап, американский, с мотором V8, 400 лошадей. Реально крутая штуковина. Как бы что тут говорить, да? И он, прекрасный автомобиль. Конечно, нельзя его сравнить по комфорту с азиатскими пикапами. Это сзади куча места. Вот здесь полноценная кабина размером, как у крузака. То есть все как нормально все. Вот кузов. Кузов, конечно, не как у каких-то больших 350-х или там 450-х. Это кузов даже не двухметровый, он размером 1,80 м. 1,80 м. Но, тем не менее, это все-таки носитель такой достаточно полноценный. И самое, что главное, подвеска у него очень мягкая, так как она пружинная. Но я, понимая, что он будет возить действительно большие грузы, я поставил сюда пневму, вот видно, да, стоит пневмоподвеска, выведены вот сюда ниппеля, я вывел их сюда, чтобы накачивать подвеску, пневматику, вот, и, соответственно, сейчас этот автомобиль может возить, 1,5 тонны смело. Так, вот модуль собран, каркас собран по нашей технологии из влагостойкой фанеры, покрыт сверху фанерой трешки, тоже влагостойкой, сверху стекломат, сейчас отдельно покажу, и гель-коут сверху, гель-коут, один слой только сейчас покрыт, сейчас ребята будут покрывать второй слой, он уже идет с парафином, это финишный слой. Вот, и своего рода это пластик. Это пластик. То есть это не просто краска какая-то, это пластик двухкомпонентный. Так, значит, по поводу габаритов и размеров и веса. Значит, этот модуль собран специально для полноразмерных пикапов. Он подходит на пикапы по типу Tundra Cremax, Ford Raptor, либо вот Dodge Ram с укороченным кузовом, у которого полноценные кабины и немножко укороченные кузова. Вот, модель называется 400L, есть версии 400S, это у которых вот не будет вот этого вот рундука, так скажем. Дальше. Внутри пока снимать нечего, вкратце, его размеры. Его размеры довольно крутые, большие. Размер, ширина 2,10, высота 2,08, длина общая по длине ровно 4 метра. Значит, из них то, что находится внизу, так скажем, по полу, это 2 метра 40 сантиметров. А альков, то спальное место, оно 1 метр 60 сантиметров над крышей. Вот. И, в общем, так, за длину покажу. Не видно здесь, не видно, но... позже здесь будут более подробные обзоры. Естественно, спать здесь поперек. Это огромное спальное место с высотой алькова вот в этом месте 95 сантиметров. То есть здесь
практически метр высотой. То есть это прям нормальная такая спальня, да? Не вызывающая какого-то там, я не знаю, дискомфорта. Так, вот здесь у нас душевая кабина. Дальше будет планировка, здесь будет кухня, здесь будет город-сад. Ну, в общем, как обычно, планов громадье. Здесь у нас огромный-огромный диван. И в самом конце вот тут у нас будет шкаф. Все. Значит, теперь у нас здесь, естественно, будут стоять окна двойные. На этот раз экономить я на себе не буду, потому что это потом никак не изменить. Вот. И красивые вот такие вот двери. Двери турецкого производства тоже, по-моему, очень классно выглядят. Так, ну, наверное, все на этом сейчас. Ну да, сэкономили мы здесь по весу, пытались, мы отрезали все лишнее, не знаю. Ну, ощущается, уже даже на этом этапе ощущается, что он стал килограммов, ну, на 25, наверное, легче. То есть 4 миллиметра фанеры мы заменили на 3, и все вот эти вот рейки, все эти поперечины, которые не несут какой-то нагрузки, мы их заменили на 3 сантиметра. Были 5 по ширине.